Николай Михайлович, мы с вами лет 10 назад встречались, и вы бросили пить, правда? Да. Мы с вами прошли один сеанс, и вы были закодированы года на 3, по-моему. Правильно? Да. И вот прошло 10 лет, и вы были трезвым, и, в общем, все было хорошо, правильно? Да. Я знаю, что вы съездили в отпуск много-много раз, то есть каждый год вы были в отпуске, даже на Тенерифе ездили, правда? Да. Угу. Вы обновили 2 машины, 2 внедорожника обменили, это правда? Да. То есть все было хорошо, благополучно и по здоровью, и, в общем, даже и не манило. Вы перевыполнили план на 7 лет, правильно? Да. Скажите, вам было хорошо, когда вы не пили? Да. Все было благополучно? Очень. То есть, вот как вы мне сказали, не было проблем, правильно? Не было. Когда выпиваешь, есть проблемы. Согласны? Да. И вот 10 лет как будто и не было, как будто коту под хвост. Мозг сразу вспомнил все, пошел запой. Это правда? Да. То есть мы можем сделать такой вывод, что 10 лет трезвости не является никакой гарантией излечения. Вот один раз выпил, и опять пошли проблемы. Это правда? Да. Тогда почему же люди пьют? Можете вот рассказать мне, как опытный человек? Не знаю. Ну вот от чего? 2 машины поменял, внедорожники, на Тенерифе съездил, по всей стране ездил в отпуск, все было хорошо. И вот для чего же человек, как говорится, от хорошей жизни начинает выпивать? Это вот для чего? Чтобы вернулись проблемы? Знаешь, не думает. Не думают, просто сначала сделал, потом подумал. Или есть иллюзия, что я, может быть, выздоровел, что я уже научился. Ну, была такая. Наверное, я вот 200-300 грамм выпью и остановлюсь, правда? Ну, было, вот это вот и было. Но не получилось. Мы сейчас с вами сделаем снова работу хорошо. И слава богу, что вы вернулись к своему доктору. Лучше бы до того пришли, чем вы выпили. Но все-таки вы пришли, и я вас приветствую. Мы сейчас все это уберем. И мы, наверное, на всю жизнь это все закроем, да? Хочу так. Все. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально, за один сеанс. Доктор Гужагин. 89 72 52. 89 72 52.